Привет, YouTube! Я здесь лишь, чтобы напомнить вам, чтобы вы не забывали писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал, чтобы видосики набирали больше просмотров. И, конечно же, приходите на лайв-трансляцию чемпионата мира каждый день, 3 часа дня по московскому времени. Ссылки на трансляцию есть в закрепленном комментарии с картинкой на ВК-плее и без картинки на Твиче. Плюс в телеге есть анонсы, в телегу тоже можете подписаться. Приятного просмотра. Все, поехали. У нас Mad Lions против PSG. Сегодня два матча за выход в швейцарочку. Первая команда мы сегодня узнаем. И начинаем с битвы Mad Lions против PSG. Мэды стартуют на синей стороне, PSG будут на красной. У нас три бана в лес первой ротации. Отбанили Джунджи, Зайру и Сиджуани. Минус Нидали для Эльёи. Ну и для Мирвина как бы частично. Все-таки флекс. Да, и Браун для Буди появляется. Браун, Мудир, Акали, Вуконг. В левых четыре милишника там, четыре милишника там. У нас будет просто рубка ногами. Но вообще, с точки зрения лайнфазы, топ и мид хорошо смотрятся для медов. Скарнер в четырех милишников тоже потом дальше по игре гуд, как и Реник. Как и Зикс, в принципе. Но мне нравится чуть больше драфт медов, но они в целом похожи. Как Хандертис проебали, почему не смотрел, что-то времени не было. Видос на ютубе есть, его надо смотреть, там разъеб. Прескович. Хороший трейд. Но как бы трейд с джанглером. Мейпл-то фуловый стоит на этой линии. Ладно, Доран Шилд есть. Прескович подхилится. Хотя Поушен уже, конечно, тоже в свои нажал, и пачка стоит плохо для Фрескови. Джунджи может еще посмотреть, если что, потом на Фресковичу. Мейпл еще пушечку дал, а в таку хорошо. Фрескови выходит на Ешки, надо нажимать ТП уже сразу. Левел 3. И пока этот флекс жопы Рениктона не работает для мэдов на лайнфазе. Неприятно очень. Супа дал ТП на топ сразу, даже так. Джунджи. Хотят его закрыть. Стан не проходит, он вышел на вэшке. Но здесь ему придется флеша давать, да. Джунджи выходит на флеше. Подходит Мейпл с Вуди. Ажи тоже идет сюда. Там Бетти дерется с Супа один на один. Бетти сильно пробитый, так же как и Супа. Мейпл подконтролили, стан хороший. Мейпл сильно битый, Ешка отличная, Скарнера. Чейн ЦЦ по Мейплу. Одно хп, Акали выживает, Супа доигрывает по Аши. Альвара забирает все-таки ФБ, но дальше должен уходить в размен. По Вуди доигрывают Мирвин с Ильёй. Супа выбивает флеш из Бетти. Вуди флешается прямо к Супе. Супа его скушает. Фрескови на стане Лудира. Минус Лудир. Мэда выигрывает файт, делая минус 3. Размениваясь 3. Альваро выжил? Подождите, они его не дочейзили? Еще Альваро выжил, это 3 в 0. Но Джинджи, по идее, выходит отсюда. Зачем ПСЖ пошли файтить здесь в Эрли? Не знаю, не знаю. Мне кажется, ПСЖ не надо было это. 3 килла для медов, 3 личинки. Но, видимо, с ресета только будет Илью их забирать, потому что сейчас на базу все отправляются. И может быть еще одна драка это будет. Так, дракончика забрал Джунджи, Илью. Ой, Ажи. Это Ажи приехал, по-моему, нет? Мирвин, ультимейт, закрыли. Илью я тоже с ультой. Под контроль Леудирчика. Ажи станет Мирвина, но сейчас Ешка уже откатится у Камилы. Дофлешивается Илью, забирает Аверагра. Мирвин, что это было? Что вы сделали? Тут Мейпл подходит, Мейпл не дотягивает с ультой до Мирвина пока, ускоряется. Не, замедлил Льюя. И у меня на двух аккаунтах, по-моему, 1015 этой эссенции рыжей накопилось, и нормально. Мейпл. Подстрял, флеш отдал, Фрескови свой скачок не тратит. Окей, выбили скачок из Акали. Тоже перед личинками, 20 секунд до личинок, хорош Альваро. Супа на боте, Супа с телепортом. Ресетает Бетти с Вуди, пойдут в топ. Супа пока может попушить бот один. Джунджио, если что, увидели. Но Джунджио должен смещаться тоже к личинкам. И ПСЖ решает контестить личинок. Мейпл даст ТП на мид. Альваро пытался сбить рекол, не получилось. ТП на топ идет. И это Супа летит. ТП на топ идет от Мейпла. Супа запушит вейв. Четвертую личинку уже меды забрали. Далековато Бетти, не успевают. Сюда стрела скоро откатится. Ильёй, правда, без майта уже. ПСЖ, ищу драку. Вуди, встрял, флэш.
Вуди. Вуди пока живет. Там раскрутился Джунджия. Больно с Карнеру. Ажи сидит на супе. Супа вышел из файта. Мейпл. Хорошо. Сейчас могут подраться ПСЖ. Урона 4 медов теперь не хватает. Минус 2, уже минус 3 в пользу ПСЖ. Мейпл доигрывает по супе. Слэша играет Джунджия. Забрали еще и 3-го, и 4-го. Трипл килл для Акали. И драка 4 в 0 теперь уже в пользу ПСЖ на этих личинках. Золото сравнивается, даже ПСЖ выходит вперед, и 3-1-1 становится Мейпл на Каль. Мервин идет вот, Альвара идет снимать Вижн, который только что ПСЖ поставили. Подуспокоились чуть-чуть. Аже на топе может подставиться сейчас, под Фрескови с Ильёй. Но здесь трудно сыграть по Удиру, если честно. Ильёй, конечно, приехал, но забрать Аже не получится. Идут давить Мервина втроем ПСЖ на бот, Альвара пока на миде. Мервин отходит, вышку отдают, вышку на топе также забирают меды, но первый кровь, по идее, достается здесь именно ПСЖ. Плюс деньги, ТП, это Мервин прилетел. Окей, меды забирают две вышки, это хорошо. Забрали топ, ТП сюда дал Мервин, взрыв пакет. Вышку на меди тоже взяли, стрела мимо, супа выходит. Там по Аже чуть-чуть играют. У Бетти не так много маны, Ильёй с Фрескови уже рядом. Ну и дальше ПСЖ никого дочистить здесь не должны. Так, меды. Хотят забрать вышку на боте. В этом бонус Зикса. Зикс отпушивает мид соло спокойно в целом. Они могут продолжать играть сайды. Так, там, кстати, Супа бежит, но ему прям в спину дышит Джунджия с Вуди. Супа. Надо будет флеш сейчас нажимать, скорее всего. Выфлешивается Джунджия. Ой, Супа приехал. Забрали, конечно, вышку. Но тут еще и ТП от Мейпла, и Фрескови тоже должен погибать. Вместе с Супой, Фрескови. Нет, Фрескови, ты здесь не спрячешься. Там еще стрела полетела за Альвара с Ильёй. Стрела не попала, вышку забрали на боте, но это даблкил для Ажи. Супа, конечно, на ротации на этой насрал. Так, Мейпл. Ой, Мейпл. Забрали Мервина на сайде, практически соло килл, атакали 4-1-2, уже второй предмет скоро будет. Акали выходит из-под контроля, и правый драфт, мне кажется, отскейлит. У медов проблемы. Так, меды забрали позицию, ПСЖ надо фейсчекать, но у них есть Ешкаши, с которой можно это делать. Супа чуть-чуть паукает, но Ажи довольно плотный. Ажи проходит вместе с Вуди, Ильёя. Пытается не пустить. Нормально с хардстила Вуди, кстати, по башке дал. Там еще Фрескови в спине. Джунджия мисс позиции. Отдал уже свою тень Фрескови. Джунджия раскрутывается. Хорошо ингейджит Альваро. Там еще цепанул Браума Ильёя. Забрали Браума. Джунджия что-то ед вперед, флеш назад, непонятно. Мейпл пытается разменяться. Ешка по Альваро. Мейпл, хватит ли ему дэмэджа в соло разыграть? Это Мейпл. Нет, должны забирать его. Супа снимает стрик. Тут Мирвин позакрыл Ажи вместе с Ильёй. Стреляет, конечно, Бетти, но урона пока не так много. Ильёя прогоняют отсюда Ажи с Бетти. Двое выходят у ПСЖ. Размен 3 в одного. Погиб только Фрескови. И меды выигрывают драку и забирают дракона. Очень качельно. Но здесь Джунджия за краба затроллил. Он, конечно, отдал клона. Дальше раскрутился, вроде вышли. Но прекрасный влет от Альвара, выявил флеш Мейпла, то даже Супа накинул кнопок, и вот этот флеш Джунджи, и ей вперед флеш назад, это вообще что? Мейпл? Так, ну Фрескови 1-1 он выигрывает точно. Пошел Улын, Мейпл, тут рядом Альваро, Ешкой попал Мейпл. Полетел вперед Джунджия, хорошо подсбил. Альваро засмурфил. Джунджия пытается доиграть все-таки по Ренику. Реник хилится, Джунджия! И Джунджия умер. И Ажи подставился, и по Ажи играют. И закрыли Ажи. Это минус 3 в пользу медов. Как же они хотели убить этого бесполезного Рениктона. И это должен быть на шорт теперь для медов. ПСЖ жестко заливают здесь игру. Просто, я не знаю, в Фрескове как-то их зачаровал своим присутствием. Альваро, да, Альваро мега хорош. Альваро и вчера был супер хорош, и сегодня супер хорош. Альваро пока вообще чуть ли не лучший игрок плей-инов всех. 1-0-8. Ни разу не умер. Единственный на этой карте. Нет, ладно, еще Бетти не умирал. Так, тут кого? Джунджию цепанули. Джунджия, стрела по Альваро. Пошла раскруточка Джунджии. Пытаются Альваро забрать, первая смерть Альваро на экранах. Мейпл дал ТП в спину. Мервин далековато. Ильёя пытается выйти на Ешки. Его стопнули. Здесь Мейпл видит Мервина. Ильёя троих пультанул. Пытается выиграть время. Приходит Фрескови. Очень больно. Аша стреляет. Фрескови умирает.
Ужасный драк от медов, и Мирвин выфлешивается отсюда, или Юэ не выйдет, пытается выйти на скачке теперь. Есть шишечка, но там есть ультимейт от Мейпла, и Юэ погибнет, и минус на шор просто медов никуда. Что за карта сегодня? Безумие какое-то опять начинается в этом плей-ине. Что не игра, то мясо. Супа пытается спастись от Мейпла. Там бежит Ажи. Ажи бежит. Супа! Взрыв пакет. Мирвин. О, кстати, Ажи умер. Ажи перечизил, да. Ажи заинтил. Так, а ты куда прыгнул, Мейпл? Вы что делаете? ПСЖ, ответный инт. Там бейте одно хп. Ой, блядь, Альваро еще США двоих цепляет. ПСЖ! Да куда вы так чизите, дураки, дурацкие? Минус 4 в пользу медов. Супа, КВ показывает эмоут. Можно забрать Т2 на топе. Да. Так, Ажи. Дракон появляется потихонечку. Да, Мильёй просто идет делать дракона третьего. Ну ладно, окей, может быть мы и выйдем в душу по итогу этой карты. Но ПСЖ в теории могут и пофайтить. ТП на мид от Ажи очень странная. Он, блядь, пешком бы дошел быстрее. Пытаются найти где-то Мейпла в лесу. Мирвин видит Мейпла. Мейпла прогоняет отсюда. Там стрела попала. Правда, Джунджей уже сильно бит, Ильёй фуловый. Цепанули Ажи. Ажи пробили. Зикс дамажит невероятно. Все, выходит ПСЖ. Не могут они ничего с этим Зиксом поделать. Там куда-то в спину пошел теперь Джунджия. Ажи, миспозиция от Ажи. Его сейчас шотнут просто. 100 урона от Зикса. Альваро, дальше. Можно найти хорошую ульту. Джунджия пока выигрывает просто время. Джунджию в итоге можно подфокусить. Альваро хорошо по двоим сыграл. Ульта Зикса. Бомба. Даблкил. Для Зикса. Мейпл дальше. Пол хп остается. Мирвин США доигрывает. Мейпл выфлешивается. Но Альваро не выпускает. Как же хорош Альваро сегодня. Это просто коррида какая-то от Альваро. Он на коне против этих бычков из ПСЖ. Не оставляет им никакого шанса. Забираем Т3 на центральной линии, забираем ингибитор и идем прямиком в Nexus Mad Lions в одной карте от швейцарской стадии чемпионата мира. Зикс див произошел, просто Зикс див. Ну и ПСЖ сами виноваты, два раза просто чейзили как полные дубины из Сулуку. Очень странные были плей. ГГ 1-0. Вторая карта ПСЖ Мэд. Мэды ведут 1-0. Поменялись сторонами. ПСЖ выбрали для себя синюю сторону в этот раз. Аврора Йона 2 бана прилетает в Мейпла. Ну и ваши частично. Джинкс опять в бане со стороны ПСЖ. Убрали Нидали, убрали Ксанте. Мэды ласт бан. А у нас пока все лесники, кроме Нидали, теперь открыты. Я думаю, что Мэды закроют 2-0. Я думаю, что возможно. Окей. Не, ладно, Рел. Ну, хороший тимфайт драфт у Мэдов. Сильный лайнфазой. Можно находить спокойные ресеты для Виего. С другой стороны, у ПСЖ по одному таргету. Ари Вай с ультой МФ-ки. Буду пытаться кого-то шотнуть. Ресеты для Ари получайте дальше уже по тимфайту разгоняться. Давайте тимфайт драфта. А Льоя? Льоя, предметы. Льоя! Льоя! Льоя, предметы! Чел, забыл купить предметы на чемпионате мира. Ладно, это было с бразильским игроком на MSI. Но, блядь, Лек, джанглер, чемпион Лека не купил предметы. Так, Джунджия чекает, видит, что големов сейчас сделает Ильёя. Краба верхнего забрал, может еще и на нижнего краба на самом деле успеть. Вообще, ну, Ильёя просто, типа, даже если даблкатл отдаст, в целом по темпу у него все достаточно ок. Не страшно, не страшно, но смешно. Не страшно, вообще, что будет Виего даже не пятый. Так, в смысле, он отстает только по темпу.
Но не сильно. Типа, Джиджей делает свою вторую зачистку, Льюис смотрит на бот, там без США Бетти. США играет, выбивает клинс. Подстанили Вуди, подконтролили. Вуди можно забрать, первая кровь. Для листика Мэд Лайонс, и можно забрать эти свои кемпы. Так что ревоты понимают. Супа? Да, флешивается, это соло килл. Это соло килл, супа! Вот он, лучший адекерри в Европе, по версии супы. Хорош, один на один убивает Бетти. Красиво. Так, Джинджей пытается забрать личинок, но здесь рядом уже Альварес с Ильей. Бросковый с телепортом, Мейпл тоже с телепортом на боте. Джунджия попробует подсмайтить сейчас. Там ТП идет. Это Фрискови летит, джонится команде, спиннерение, отжимают позицию меды. Начинают уже сами делать личинок. Первую забрали. Ну все, да, ПСЖ выходит, 3-3 по личинкам будет, запушит бот Мейпл. Мирвин в целом может пешочком на бот пойти. Просто принять там пачку, принял мид, принял бот. И все хорошо у меда. Фальваро далеко заходит, здесь аккуратно надо быть. Думаешь, на основной стадии драфты такие же будут? Мета плюс-минус, я думаю, будет похожая, да. Ажи дайвит синдрочку, пимпочку, Фрискови умер. Бля, Вуди килл забрал. Но это не очень. Поехали на Worlds вместо медового месяца. Ну, блять, вы же на плей-ин приехали, дубины. Мирвин дайвит вчетвером. Не, Мирвин умер. Но за это на топе вышку забирает Фрискови, за это по миду могут сыграть меды. Пластинки лутают для себя меды. Вообще, Бетти можно задавить сейчас. Бетти, ты что здесь делаешь под вышкой, супа? Где вперед? Бетти флешаут. Хороший ультимейт еще. А тут закрыть могут. Тут уже Вай рядом. Выфлешивается Альваро. Джунджи оцепляет двоих Мэд Лайонс. Жестко заливают здесь денег ПСЖ. Мэды далеко полетели за Бетти. Но и Бетти хороший скачок нажал. Вышел вовремя. Так, они что, опять хотят Бетти дайвить? Я где-то это уже видел. Но Бетти без США теперь. Стан. Альваро. Альваро умирает от тура. Это Джунджи рядом. Ладно, других ПСЖ нету. Вышку на боте забрал за это время Ажи. Меды забирают Т1, выставляют Герольда. Хотят попробовать еще забрать Т2. Как минимум Герольда стукнут. Тут Мирвин рядом. Ну, стукнули и все. Ну, как будто пиво. Пробили Т2, но можно было просто Т1 какую-то еще забрать на сайде с Герольдом. Герольда только взяли, и там время еще было. Так, Мирвин выйдет. Так, Альваро! Альваро поймали на ровном месте. Альваро на вышке выходит, но здесь Бетти. Бетти забирает убийство, забирают Т1 на миде ПСЖ. Преимущество увеличивается. ТП на топ отдает, при этом Мейпл вышку там Фрискови не дал. 2К ведут. И дракончик следующий через 2. Не, ну эта игра пока лучше от ПСЖ. Нет такого ощущения, что у нас больше команды от того, что какие-то проактивные действия делают, в минус уходят периодически. Что в первой карте, когда ПСЖ чистили, что здесь сейчас тоже меды там полезли давить. Пока как будто просто больше ошибки влияют, чем хорошие плей команд. Так, дракончик, 3К, Джунджия рядом, будет пытаться, может быть, просто смайтить. Ну, забрали Дрейка Мэдли, все, 1-1 по драконам, там в спине Ажи с мегаформой. Так, Ажи, хорошо Фрискови откинул, подстанили, правда, Фрискови, Фрискови успевает дать флеш от Чарма, Ильёя под контролем, Ильёя тоже живет. Прилетает Мирвин, никто не умирает. Минус флеш Джунджи, минус флеш Ажи, минус флеш Фрискови, минус флеш Ильёи. Фрискови Ешку очень важную дал. Игрок на проплей не уважает, потому что я помню, его только против Кена наберут. Да, в основном только против Кена нам. Игнать больше дает на линии 2 на 2 и 3 на 3, больше давления. Экзост дефенсивная все-таки самонерка. В основном только в Кена набрали. Альваро! Но это MVP. Это MVP Альваро.
Ажина показывает на боте. Просто пушит. Как же хорош Альваро. Ой, а Джинджи это что есть потерялся? Ёпс, туды, ядрит Мадрид, ёлки-голки. Джунджия пытается подраться с Ильей, но Джунджия здесь, конечно же, мертвый. А теперь вообще на шорчика не могут мы это посмотреть? Мертвый мидер, мертвый джанглер, 30 секунд. Там, правда, Т2 Ажи пока забирает. Нам показывают, как он стоит пушит там. На шорчик падает. Ажи с ТП. Мейпл с ТП. Мейпл сюда прилетит. Надо ТП искать Синдра. Синдра ТП дает. Ну и очень долго на шор идет. Мне кажется, Мэда могут его не забрать. Но 15 секунд до Джинджи. Мэда, скорее всего, файт будут искать, тернить как-то. Там ульта МФ-ки. Там очень больно может быть. Мейпл. Чар нашел Парел. Альвро. Больно. Ульта МФ-ки. Пока поддоджили. Фрискови стрел в пяти. Фрискови умирает. Альваро сейчас тоже умрет. И, по-моему, теперь пассажиры могут на шоу разобрать. Альваро умирает. Мейпл дальше чейзить пойдет? Нет, дальше не пойдет. Там 5к на шор. Так сейчас придет Вай. Ильёй с Лошом. 4к. Супа. Не попал ультой. Там ТП идет от Реника. 4к. Пассажиры будут флипать. Ильёя. ПСЖ не флипают, они выходят. Они выходят, они не флипают. Окей, все нормально. Ой, Альваро. Так, погодите, это кто кого еще поймал? Джунджи-то умер? Так, что? На шоры в этот раз будем стартить меды, или кажется, у нас все-таки урона мало? Там к Т2 Мирвин с Фрисков ведут. Супа просто запушивает пачку. Вышку на топе меды забирают. Это смерть Джунджии. Плюс Т2. Ильёй мисс позиции. Возможно, надо будет флеш нажимать. Там поймали Мирвина. Мирвин. Очень больно от МФ-очки. Мирвин умер. Альваро тоже умрет. Так, ПСЖ 2 килла нашли. Будем ли мы форсить на Шура? Какие фиши опять? Какие же качели? ПСЖ стартует на Шора. Ильёй все еще с Лошом. Но он смотри, только что отдал на Глемпов, у него второй есть, правда. Так, Супа пошел делать Дрейка, и все, и Мэды отдают на Шора. Мэды просто гивнули на Шора, ПСЖ. Там на топе. Мирвин. Мирвин, больно, тут рядом Ильёя. Взяли Джинджио, Мирвин выходит, Джинджио сейчас умрет опять. Джинджио, возможно, байтит жестко, потому что Джинджио это выжил, выживет ли Ильёя. Одно хп. Окей, никто не погиб, Т2 на миде взяли, Т2 на топе взяли. ПСЖ в целом должны быть довольны на шором, плюс 3600 баром пауэрплей. Мэды. Там Фрискови сейчас стоять может Джунджия. А Джунджия без ульты пока. Но в итоге Альваро стрял. Минус Альваро. Ой, Мейпл красиво США поймал Фрискови. Старым Сёрджем забирает убийство Мейпл. Дальше. Можно еще чарм поискать. Супа сильно битый. Выходит отсюда на пол хп. 2 килла для ПСЖ. Падает же 3 на боте. Но эта сторона как минимум, эндить они не пойдут, там 5 секунд Альваро. 100 рунов вскрыли. Преимущество 7000 ПСЖ. Что-то трудновато Мэдам дальше что-то делать по карте. Так, ну что, на шор. Мейпл на фланге, 9к. ТП идет от Реника. О, а че он так далеко? 6к. Ажи мега форма, по Альваро сыграли. Ульта МФ-ки, Альваро сейчас удалят. Просто Альваро удалили, Ажи цепляет супу красиво. Супа пока живет, но зато Ильёя вроде не живет. Там Мирвин пришел, Мирвин здесь один, его все бьют. Пытаются как-то там Супа с Фрискови продамажить, но это мало. Супа без маны, Ешка мимо от Вуди. ПСЖ. Ну, должны всех добивать. Мейпл красиво по Супе. Бетти стреляет, минус один, минус два. И Фрискови последним, минус пять. Поезду ПСЖ, на топе уже пушит Ажи, и у нас 1-1. И у нас 1-1. Но мы это сами насрали в этой карте. Так же, как в прошлой насрали ПСЖ. Обоюдно насрано было. Две карты подряд.
down in this game too, looking completely out of sorts, but they make back-to-back plays to pull ahead in the game, and then securely. Ну, у него еще снос есть, да, Т4 раз, Т4-2. GG. Maple очень хорош. Maple пока прям на этом турнире лучший игрок PSG, я думаю, на Аричке очень много импакта дал. GG. Аврора на АФП для медов. Нид Александр Джинкс также в бане от PSG, Аша, Йона, Акали в бане со стороны медов, 2 бана в Мейпла. Скарнер открыт для Джунжи, Скарнер появляется. Векс. Векс для Фрескови. Пожалуйста, как мне 100 Тифс? Ну, вообще, Векс, Алистар, Джарван неплохо смотрится. О, Насус. Забыли про него совсем. Насус в Аврору. Но Верли Аврора будет Насусом, мне кажется. Таркарыч топ, Ажи. Корки топ для Ажи. Или это ЛБ? Но скорее Корки. Дэм. Контрпик. От PSG. Но вообще, драфт мэдов как-то по целостнее выглядит. Это вот ЛБ, Корки, соло лейны, как будто бы... рискованно. Зачем Векс пикует? Векс в ЛБ нормально себя чувствует, ЛБ трудно Векс лейнить, потому что у тебя всегда есть щиточек с фирм и так далее. Вот, плюс Векс хорошо фолловит весь ингейдж слева, у них есть контроль, по которому она будет попадать по буквально. Так, Ильёйн выйдет, да? Тут Джунжи, но блюбав Джунжи не стартнул. Джунжи хочет дайвить. Ильёя видит, видит Джунжи, Мирвин. Пытается как-то переиграть, но не успевает даже флешнуть. Зато в размен Ильёя приходит. Ильёя получает на себя килл. Мирвин даст ТП на топ. Потерял тачанку, потерял пару ренджей. Ну, вообще неприятно, конечно. 6 крипов на 16 на топе. Но ответное убийство в любом случае есть. Вуди сыграл по Альваро. Альваро просто выйдет отсюда, выкинул левел 3 у PSG. Пачку пушит. Мирвин. Тут Вуди. Мирвин пытается просто вейв уже допушить. Понимает, что, видимо... О, хотя, красиво. Мирвин эскейпить пытается, но его здесь Джунжей ловит. Но за попытку лайк все равно Мирвину ставим. Это было круто. Через стенку выйти, забрав фейт. Но тут скарб. И дракончика пока не могут делать. Ой, Супа. Супа умер. Флэш отдал. Ракеткой Аша забирает соло килл на топе. Супа. Как так-то? Нужен видос с тернистом у кастеров, как там Флавр разгут Фири, а вот дальше интересно. Я на самом деле, когда сам, ну типа смотрю игры, Бейти минус флэш, какой-то экшен внезапный. Я когда сам смотрю игры, я не то чтобы обращаю внимание сильно на каст, это как белый шум у меня. Думаю, мне трудно будет. Так, Джунжия. Джунжия что-то форсит. Но что-то больно Джунжия. Комба. Ульта из реаля. Джунжия троллит просто игру. Ебать, что ты делаешь? Вуди. Минус флэш. Джунжия опять, как в прошлой карте, начал срать просто на реке. Что это было? Не будем токсиками. Джунжия. Альваро. Больно. Альваро. Минус ульт. Альваро. Альваро сейчас умрет. Заигрались меды. Альваро флэш. Умер от Ажи. Там Мейпл в спину прилетел. Супы сейчас поймают. Супа. Цепочка. Супа сдох. Меды. Ответный заливон. Что за шишка? Ильёя? Ульта из реаля. Супа пытается максимально откайтить. Не попал по... Мейпл забрал все-таки. Мейпл Супа. Хорош. Прескови с Ильёей теперь надо выйти. А Мирвин где? Мирвин на топе пушит или что? Да, Мирвин на топе пушит. Ну окей, Супа ситуацию подсейвил здесь. Дракона в итоге просто меда, да, забрали? Пока Мейпл топ пушил без ТП. Но прикольно, что у нас...
Третья карта прям такая ровная выходит. У нас первая качельная, вторая качельная. Но где к этому, к этой минуте уже преимущество плюс-минус было какое-то, то третья прям очень осторожная. Челы поняли, что как бы, ну, что на ошибках мы тут сами срём. Можно ничего не делать, чтобы не ошибаться. Альваро? Альваро! Флэш не отдал вовремя, Альваро умер. Но Нашора форсить не будут, наверное, по сожалению. У них урона не так много по Нашору. Но могут попробовать на ТП распайтить Мирвина, выйти просто, как вариант. Но пока просто Вижн забирают. Не, ладно, не форсит. Корки бот хочет принять. Просто кильч. Ой, супа. Хорошо. Рискованно, но хорошо. О, красиво Альваро поймал. Вау, Альваро, какой ты крутой. Минус Мейпл, браво. Ульта МФ, молоко, Джинджи отсыпанул Фрискови. Фрискови умер. Есть размен, там Ильёя. Джинджи отсыпанул, минус Джинджи. Минус Вуди, минус Ажи. Минус 4, трипл килл для супы. Какой же Альваро гений. Как он успел подловить Мейпла на флеш-кью? Лучший, лучший Альваро. Это Нашор. Просто Алистар заебал уже никого не делать, да, так и было. Но Мейпл на Вижене. Ну как же Альваро среагировал роскошно. Тут даже попал ультой сразу Фрискови и комба. Красота, красота. Так, два калиту медов. Теперь поехали с бароном снимать Т2. Т2 на миде уже забрали. Ой, Джунджия, опять застрял Джунджия. Джунджия погибает, еще килл для супы. И меды идут на Т3. На топе Т2 тоже падает от Мирвина. Меды жестко разгоняют эту карту. Т3 забрали, идут дальше. Это две стороны могут быть для Медлайн сейчас. Потому что пачка на топе подводит Мирвин. Минус в гипном миде. Мирвин подходит своего. Супа ешки вперед, эти агрессивные, продолжает изжимать. Минус Т3 на топе. Меды дальше забирают вторую сторону. Преимущество по золоту 5000 становится две стороны. Из-за одной ошибки Мейпла и хорошего плея Альваро происходит все вот это. Из-за одного маленького момента. Прикиньте, за сколько это? Просто доминошка одна упала, все. Мне нравятся челы, которые вот, ну, какие-то команды хейтят. Вот пишет человек в чат. Да как этим ракам настолько везет снова? Меды буквально только что за счет красивого плея Альваро, а не везения, выиграли файт. И выигрывают игру благодаря личному скиллу и принятию решений. Так, Альваро, я сейчас тебя не проклял, да, в лайве? Альваро умер. Ну, типа, это же не везение, это просто хороший плей от медов. Где везение? Они лучше. Они просто лучше. Конкретно в данной ситуации. Мирвин на фланге, его не видит. Нет, ладно, теперь видит. Но вот это вот постоянно еще... Так, ульта Леона в Джарван, Ильёй успел отдать комбу. Джунджи играет по Альваро. Альваро просто закидывает Джунджи в свою команду. Ульта МФ-ки только в одного Алистара. Выбили флеш МФ. Полетит вперед сейчас Фрискови. Поехали ресеты для Векс. Вуди с Бетти закрыли. Минус 3. Разваливаются ПСЖ. Мейпл пытается Сажи еще хоть что-то сделать. 4 в 2 остаются. Супа не добивает пока Мейпла. Мейпл пока вышел. Ажи тоже пока живет. Альваро чейзит до конца. Альваро с Мирвином. Мирвин прыгает за стену. Замедляет Ажи. Ажи... Ну чем тогда есть, Ильёя? Супа дочейзил Мейпла. И Ажи... Ажи живет. Но это две стороны опять минимум. 20 секунд. Но вообще, по идее, должны успеть закончить. Все, забрали. Забрали последнего. 10-2-1. Супа на Эзриальчике. 0-2-4 Векс. Фрискови, конечно, нихуя в игре почти не делал. Альваро супер хороший сегодня был. Меды идут в Т4. Встал Вуди. Но Вуди здесь только посмотрит, как падает его Nexus. Mad Lions проходит швейцарскую сетку чемпионата мира, выигрывая две серии подряд. А PSG встретится в решающем матче за швейцарку в нижней сетке против победителя пары Soft, Hofk, Bank, или как их там называют. Не могу до сих пор запомнить. И Hader Thieves. This could be the final chance, our last dance. Are you ready? Come on, dance with me.
yourself be free. Come on, dance with me. We're the LEC. Come on, dance with me. Do that Pepe D. Talk that good shit. Boy, you better back it up. If you want the LPL, sorry, that's just not enough. Всех с первым суетологом этого чемпионата мира. Поехали. Вторая серия. За выход шестерочку. Кто продолжит путь медов? Гаммой или Rainbow Seven? Вьетнам против Латинской Америки. У нас вайлдкарды попадают в швейцарку уже точно. И причем две команды. Потому что если тот, кто сегодня проиграет, будет играть против победителя пары Pain и Stones Bank Hawks, получается, да? Либо Япония, либо Бразилия. В общем, одна команда из Японии, Бразилии, Вьетнама и Латинской Америки пройдет у нас в следующую стадию. Даже две. Rumble FP для Киаи. Аврора, Дикса и Вай забанили R7. Минус ЛБ, Ариана, два бана в Кайна. И Скарнер убрали Оди. Узреальчик для Сио. Так, Поппи, МФ-очка для гаммов. Просто под плотный тимфайт. Поппи мешает играть в игру и нормально правому драфту. И Браум, ну Браум норм в левый драфт. Учитывая количество милишников, стаки накидывать, Израиль будет дамажить, контроля много, R7. Но улин гаммов выглядит очень страшно. I think R7 have set themselves up incredibly well in this first game. Gam, it's gonna be all hit or miss. Like, yes, you have incredible. Но, с другой стороны, R7 типа really есть нормальный engage, есть engage, чем стопать Шивану. Центра Браун будут мешать очень сильно левому драфту играть в игру. Сайд лейн в виде гнарчика в Рамбла, окей. На объектах сильные, есть какой-то полк. Ну нормально все, R7. Я сегодня, если что, за R7 всегда притапливаю. Мне будет прикольно, если LLA, вчера выиграв свою первую серию вообще в истории чемпионата мира, в своей организации, выиграют еще и вторую подряд и выйдут в швейцарку. Это будет круто. Так, поймали Киаю. Это что, первая кровь может быть? Оди, правда, пока вышел. Тут Левай прилетел. Оди еще слышал. Ой, хорошо, Леон спину зашел и стана Кина. Ну там, правда, Йончик играет по Кину. Киаю должны добить. По Элио попробует играть Оди вместе с Саммитом, но тут Левай грызет, еще и нока по тему проходит, Оди умирает, и это драка в пользу гаммов 2 в 1 пока что, дальше чейзит, Левай еще плюнет, больно, как еще и нока по Кину прошел, минус лэш синдры. 2 в 1 в пользу гаммов, стычка на личиночках, и это будет 6 личинок для гаммов. Хотя причем изначально Киаю поймали, и вроде Леон с Кином хорошо мувнулись, вот здесь вот стан под нока. Пробили быстро Рамбла с Поппи. Но Йончик помешал бэклайне. Формы не было, еще у Гнара. Если была бы форма, было бы лучше. Там дракона делают гаммы. Оди под станнери, МС нокап. Он туда же еще Левай летит. Куда R7 идут, висчекают Оди. Оди сейчас умрет, ультимейта у него нету. Шишечка спасает Оди. Там Сио стреляет в спине, но здесь еще и Зилав рядом. Сио выпрыгивает к Леваю. Подстанил Левая, дофлешивается и Зилав. Тут Кейн рядом. Оди пытаются доиграть. Забрали Шивану и Зилав. Изилав без слыша, без... Ой, куда еще Элио подошел? И Изилав умрет. И три килла от гаммов для R7 перечейзили далеко слишком. Ответная заливочка пошла. Т2 на боте потихонечку забирают гаммы, пытаются на топе защитить R7, но это только Т1. Т2 просто фришная, шестью личиночками для гаммов. Летит сюда Оди, погодите, Т2 еще и поддефают, Сио. Но здесь Леви ультанул, здесь больно. Надо еще мид поддефать, там Йончик пушит. Что-то немножко потерялись. R7, Сио. Оди, но капа Элио улетел на вертолете. Отсюда Вуконг, Сио доигрывает по Элио. Камень попадает. Еще один от Саммита нужен камень. Элио живет, выходит. Сайдстепает все это дело. Ну это, я не знаю, это карта просто на тихий час. После перекуса обеденного. Оди. Так, Левай на бот идет. Ой, еще и стопнул здесь Саммита. Хорошо, ультимейт ММО. Саммит. Саммит должен умирать. Саммит умирает. Там еще ТП Киая дал. Спину. Думал закрыть Саммита, но здесь и так справились гаммы. Что-то на мид посмотрит, если он... Окей, спалил Киаю. Все, вышли. Кейн отпушил топ. Сейчас реколится, задефает бот. И это должен быть просто кильчик, хотя в героле садится Шиванна. Поехали в Т2 на миде.
Левай, так, два стукнули. Но забрать вышку не получится, просто пробили ее. Так, Левай, больно. Ой, хорошо, Сиу накидывает. А там дракончик третий для R7, а Левай-то битый. Опа, это какой-то солпоинт для R7 сейчас будет. Так, а что там на Шора смотрит? Гамма, нет? Не-не-не, Левай реколится, они понимают, что они не могут на Шора пока делать. Так, ну слушайте, третий дракончик. Одна ошибка гаммов и душа для R7. Левай во Вьетнаме, как у нас даймонд для СНГ. Ну, мне кажется, Левай даже побольше во Вьетнаме. Учитывая, что все последние турниры играет Левай. Так, 7к, гаммы форсит на Шора. Ой, там сейчас Поппи убьют. Но на Шора заберут все равно, здесь пилить некому. Надо пофайтить R7 как-то. Блять, R7 проспали на Шора. Ну, хороший кол от гаммов. Так, ну гаммы с на Шора теперь. Так, Эмо. Там Левай рядом. ТП идет от Синдры. Зарезал Эмо просто Оди. Так, Теркин без позиции. Ой, Левай, красиво доджит стан. Вау, Левай. Левай трахать всех, Левай. Минус Каин. Там, кстати, шотули изи лава просто. За ультимейт Синдры. Тут шумок. 2-1 трейд. Ну, не так плохо для R7. Правда, это 2 на миде, они, скорее всего, теряют. Ой, Сил еще прыгнул в ешку. 2 на боте. Нет, Сил встрял. Минус клинс. Но кап хороший от попи, Сил умрет. Киот. А мне кажется, они забыли, что у них Т2, нет. Элио, КХВ спамят. Гамма идут с Т3. Минус Т3. 8000 преимущества. Но R7 дают, конечно. Так, как же я бы нарезал сейчас? Ну вот 3 слота Шиванна, там еще ритмейкер появился, 3 слота Йончик, 3 слота МФ, это, конечно, тяжело будет. Просто урона слишком много, как будто сейчас у гаммов. Нужен какой-то кейч перед драконом R7. Надо как-то накукать себе душу. Кейн, ой, стрял, Кейн, красиво его цепляет. 3-0-1 мидер у гаммов уже. Т2 на топе падает. Эмо включился прям. Левай. Ой, там плюнули еще. Эквалайзер положили. Отзонили от турета. Пачка есть. Гамма снимает вторую сторону. И по миду Эмо работает. Это три стороны. Но это ГГ. Без трех сторон слишком тяжело, конечно, что-либо делать уже. Да. Так, Леонс, ты чекает. О, Леонс. Ой, еще и Оди Элиус бил красиво. Так, Левай, а Левай, Левай вместе с позиции, Левай вместе с позиции. Сами дамажит по Леваю, Левая забрали. Изи Лав умер, даблкил для Синдрочки. R7. Эмма еще в драке нет, так я сейчас тоже умрет. Где Эмма все это время? Это душа для R7. А у нас еще ничего не закончилось, я рано похоронил. Ингип на боте стал и душа для R7. Я забыл, что у нас вайлдкарды играют. Здесь что угодно ждать можно. Эмо? Ну, один в три трудно что-то сделать. What the fuck, гаммы? Так, гаммы стартанули на Шора. Оди рядом. Инг есть, чекнет вижен сейчас. Там, правда, по боту Эмо идет. А саммит по тремя слотами не накидает ему? Не, он минус 2 уровня еще. Хотя, мегаформа, бам-бам. Там Киая, правда, еще. Там Киая еще, стопнули на Шора. Гамма пытается забрать сторону. Саммит, ну, отдает ингиб, да. Приходит Синдра, но поздно. Хороший плей от гаммов. Забрали в сторону, ничего не потеряли. Супер крипы. Так, гаммы. Стартуем еще раз на Шора. А что вы его не делаете? Все R7 на базе. Хеллоу, гаммы. Чего боитесь?
Ну все, да, нашел. Лилио, окей, на вышке живет. Оп, подставил Оди. Оди больно. Ульта МФ-очки. Оди вышел. Леон создал ультимейт. Так, но с этого, кстати, ингибы могут вскрыть гаммы. Ошибка от Оди. На топе падает ингиб. На миде падает ингиб. С нашор крипами гаммы будут пытаться заканчивать. Слишком много миньонов сейчас. Р7 трудно найти драку. Сами сейчас умрет. Пока вышел. Геймбитый. Т4 падает. Р7. Полетел Оди вперед. Хороший ульта от Йончика. Синдру долили ГГ. ГГ гаммы додушили с этим нашором. Несмотря на то, что отдали душу, забирают первую карту у Rainbow Seven гаммы 1-0 в одной карте от швейцарки. Гамма R7. Вторая карта. Гамма ведут 1-0. Опять будут на синий. RB Rainbow 7 будут окрасный. Забанили Шивану Левай. Сделали то же самое, что вчера у нас адаптировали соперники гаммов. Минус Шивана. Рамбл опять для Киаи. Рамбл очень любит гаммы. Ариана и ЛБ в бане от Кина. Ну и скорее всего опять на синдричке будет играть, нет? Пока видим Зиксат Сио. Санта. Зиг Джейд в Акири. Ну, вообще выглядит как 2-0, не знаю. Слева очень сильный тимфайт, много урона. Ваншотать будут и Джарвы на того же самого. Есть тараканщик, который поможет там, если что, подизенгейджить. Думаю, 2-0. Так, ну а доля Чинка Левай успел забрать. R7 здесь. Ультимейтов пока нет особо ни у кого, кроме соллейнеров. R7 нажимают две личинки для себя. Там что-то пинги на Зигса идут. О, Сио поймали, Сио умер, это ФБ. Или... Он хорошо выпрыгнул, Сио. Ебать, они его не убили, лол. Эквалайзер, там еще Эмо. Сио все еще жив. Также они пытаются его спасти. Нет, все-таки Сио погибает, еще и Леон встрял. Леон с Тефлаше на вешке пытается выпрыгнуть. Там четвертый хит. А ты взяла в спину Леонзу. 2-0 в пользу гаммов. И при этом вторую личинку R7 даже не успели забрать. Ну как же Сил подстрял на миде? Ну зачем? Так, R7 идут контестить Герольда. Но гаммы готовы файтить. Там ракан в спине неприятный. Герольда забрали. Теперь R7 как-то надо выйти. Леон с миспозиции. Минус флеш. Эквалайзер ужасный. R7 все выживают. Там нормально Джин пострелял, но и файта нормального не получится, походу. Оди, комба. Ну что-то пиво какое-то, Оди, зачем? Киай доплешивается, минус Оди. Кайн тоже теперь за это может убрить. Еще флеш ужасный от Джейса, даблкил для Йоны. Не, Rainbow Seven, так мы ничего не сделаем. Сио миспозиция, блядь, Сио! Как же их кетчат просто на какую-то чушь абсолютной всю игру. Герольда дропают, Митурет заберут гаммы. Выход на поклон. Отзонили от вышки. Элио, нет, цепляет Сан, ты там вышку сам это вовремя отдал. Киа, эквалайзер. Интересный, конечно. Левай передумал ехать туда, выехал отсюда на Герольде. Приехал сразу к дракону. Удобно. Взял такси. Так, ТП от Сио. Хотят ты один на мид забрать продвину Дрейка. Ну, кстати, неплохо должно быть, да, вышечку если заберут. Герольд до бота в итоге дошел. Ой, взяла под одну хп там. Вот от Дикса полетела, Левай. Играет по Сио. Сио выходит на вешке. Тут Эмо, еще и ТП идет от Киаи. Кин без слыша. Пытался там притаиться. Минус Леон. Кин, кстати, вышел. Но все еще гамма никто не умирает. Саммит прилетел поздно. Плохо. Дракона не забрали, правда, пока гаммы. Надо ресеты с ним.
Так, ну Гамма контролит уже виженные позиции на шорчике, плюс-минус. На шорнике, кстати, довольно быстрый в целом. Так, тут на варде Левайс с Киай. Леон в спину зашел. Леон отбили. Леон флешаут. Ульта Зикса прилетела, только поливаю. Кин уже биты, выход на поклон. Р7 встряли. Там Йонщик еще режет один на один. Ксанте, минус 2. Ксанте, походу, на боте тоже сейчас умрет. Или Саммит переплешивает Эмо. Боже, что за него битва? Саммит или Эмо? Саммит или Эмо? Лоу ХП оба остались, Эмо. В итоге разошлись. Но это минус 2 в топсайде, это на шорт. 8-0. Вообще без шансов карта. Ну, Джинчик может потихонечку вышку стукать. Там, конечно, Дикс неприятно отпушивает все. Но на боте ему ломает вышку. Потом Кайн идет, будет пытаться забирать там Т2 в размен. Но они 2 Т2 теряют. Выход на поклон, Сиу без лица, Сиу, минус флэш. Сиу пока вышел, там забрали три Фьоны. Саммит ультанул, пытается выиграть время. Саммит. Но время, конечно, выиграл, куда Кейн прилетел. Да. Но живой Сио, у него ульта будет. И Зила флешнул вперед. Пытался цепануть Леонза, не получилось. ТП будет давать Рамбл, да, на вейп? Ой, Сио. Ладно, ГГ. ГГ. Что ж, Гаммы обыгрывают R7 2-0. И Гаммы выходят в швейцарскую сетку чемпионата мира вместе с Mad Lions. У нас остается всего 2 дня плей-ина. Завтра у нас будут играть ребята в нижней сетке, которые вы проиграли еще в первые 2 дня. И потом в воскресенье уже R7 и PSG будут играть против победителей завтрашних матчей за финальные слоты швейцарки. ВП Гаммы, ВП. Заслужили. Абсолютно полностью заслужили все это.